вечер. Сегодня, 20 июля 2013 года, в прямом эфире телеканала «Беларусь-2» состоится розыгрыш 596-го тиража лотереи «Ваше лото». В игре принимает участие 110 755 лотерейных билетов. Объем реализации лотерейных билетов сегодня составил 1 миллиард 107 миллионов 550 тысяч рублей. Призовой фонд тиража составляет 542 миллиона 699 тысяч 500 рублей. 3950 лотерейных билетов выиграли денежные призы мгновенной части тиража на общую сумму 28 миллионов 64 тысячи рублей. Размер отчисления на формирование переходящих из тиража в тираж призовых фондов сегодня составил 48 миллионов 190 тысяч рублей. В туре «Джекпот» сегодня на 10-м ходу разыгрывается 5 миллионов рублей. В туре «Джекпот» до 56-го хода включительно сегодня разыгрывается 146 миллионов 365 тысяч 200 рублей. Игра продолжается до 85-го хода включительно. Но поскольку сегодня праздничный эфир, посвященный дню рождения лотереи «Ваше лото», наших игроков ожидают не только сюрпризы, но и настоящая борьба за дорогостоящие призы. А победет эту борьбу беспристрастный рефери Владимир Богдан! Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, уважаемые игроки «Ваше лото». Этим вечером первая телевизионная лотерея нашей страны отмечает свой день рождения. Нам 12 лет, я хочу слышать аплодисменты. И телезрители, кстати, тоже. Именно лотерея «Ваше лото» когда-то давно завела великолепную традицию собирать телезрителей у экранов своих телевизоров целыми семьями. Родные и близкие собирались только для того, чтобы поиграть в древнюю, весьма очень интересную игру «Лото». В частности, «Ваше лото», дамы и господа. И сегодняшний призовой фонд, который составляет более миллиарда рублей, порадует вас наверняка. И, кстати говоря, уже порадовал наши телезрители, потому что они взрываются бурными овациями. Получается так, что в свой день рождения мы дарим вам подарки. Кому достанутся эти деньги? Кто уедет сегодня за рулем новенького автомобиля? А также кто будет бороться за специальный приз в туре 12 стульев, знают эти люди. Дамы и господа, встречайте бурными аплодисментами. Борьбу за интересы зеленого сектора сегодня поведет народный артист Республики Беларусь. Александр Тихонович! Браво, Александр, выходите на ринг! Весьма серьезное сражение ожидает нас сегодня. Друзья мои, встречайте в углу желтого ринга, точнее в желтом углу нашего импровизированного командного ринга, находится великолепный лидер группы «Да Винчи», великолепный телеведущий Денис Дудинский! Обратите внимание, как тяжеловес спускается на ринг. Итак, обменяйтесь дружескими рукопожатиями. Но у нас все не так серьезно, как в спорте. С другой стороны, все очень приятно. Друзья мои, я предлагаю, тем не менее, нам с вами расставить точки над «и» и понять, кто же из вас начнет сегодняшний бой. Кто достанет первый бочонок в первом туре «Ваше лото». Сделаем это следующим образом. Я задаю вам, дорогие господа, вопрос. Кто будет ближе к правильному ответу, тот, собственно, и выиграл, будет начинать сегодняшнюю игру. И группа дарит всем телезрителям и зрителям в студии миллионы и даже миллиарды, я не побоюсь этого слова. Ну что ж, Александр, ваша версия на вот какой вопрос. Сколько, точнее, какой призовой фонд в сумме был разыгран за 12 лет в эфире «Ваше лото»? Сколько денег? Ну, включая машины, квартиры, все. Сумма очень большая. Ну, триллион, наверное. Один триллион рублей. Ну, очень хороший вариант. Я специально подсказал неправильно. Я считаю, теперь я могу сказать любую сумму. Давай, допустим, 350 миллиардов. 350 миллиардов. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, было разыграно 240 миллиардов белорусских рублей. Среди них огромное количество квартир, автомобилей. Это значит, что именно Денис Дудинский будет начинать сегодняшний розыгрыш. Ну что ж, лидеры определены. Это не просто лидеры, я бы сказал, что это мега-лидеры желтого и зеленого сектора у нас сегодня. Заслуженные, народные, ну и, собственно говоря, весьма приносящие удачу. И, Ольга, расскажите нам, пожалуйста, что нас ожидает в командной игре сегодня? Сегодня в командной игре принимает участие 12 человек. В каждом секторе по равному числу игроков. Правила командной игры. Лидеры желтого и зеленого сектора изымают бочонки из мешка. Цифры на бочонках суммируются и уходят за счет соответствующего сектора. Побеждает та команда, которая наберет наибольшее количество баллов. А сегодня команда-победитель получает право сразиться за 5 миллионов рублей в туре 12 стульев. Очень я вам хочу сказать, неплохо. Пришел, угадал стул, ушел с
5 миллионами белорусских рублей. Ну что ж, давайте представим уважаемым телезрителям, игроки в студии их уже видели, нашу беспристрастную тиражную комиссию. И сегодня это... Аплодисменты, кстати говоря, ей. Я также представляю Наталья Мурашко, маркетолог ООО «Автостиль». Ну и у нас сегодня такая беспрецедентная просто ситуация, потому что у нас в тиражной комиссии целая семья во главе с Надеждой, мамой, которая попала сюда не случайно. Все дело в том, что была черная полоса у семьи Кузьмич, так уж получилось, бывает у каждого, разбили машину. Но дочурка Диана, Диан, помаши, пожалуйста, ручку в камеру, где ты? Вот, скромница наша. Дочурка Диана говорит: папа, я куплю тебе машину. Надежда, расскажите, как это было? Ну да, действительно, Диана настояла на том, чтобы мы купили билетик вашего лото, и сама вытащила его первый раз, и сразу попала в цель. Теперь мы можем нашему папе купить не только машину, но еще нам на шоколадки детям оставить. Я думаю, что не только на шоколадки, я вручаю вам сертификат на 400 миллионов белорусских рублей. Браво, вы их заработали. Дианочка, молодец! Покупайте билеты, ваше лото, вы видите, даже дети выигрывают. Ну что ж, друзья мои, я спешу представить наших почетных гостей и наших партнеров. Крупнейшее информационное агентство «Белта», газета «Республика». Аплодисменты я не слышу. Праздничный информационный центр «Праздник Бай». Компания «Белхард Групп». Радиостанция «Альфа-Радио». Персональная полиграфия «Белбиотехнологии». «Югис Групп». Продюсер Анна Тиселкина. Сеть магазинов «Евроопт». Ну, собственно, приятные моменты не заканчиваются. Пришло время загрузить наши бочонки в мешок. Для этого я отправляюсь к лототрону, дабы вы, уважаемый телезритель, вместе со мной убедились, что бочонков здесь ровно 90. Пересчитали, успели, надеюсь. Уважаемые тиражные комиссии, убедитесь еще раз, что бочонков ровно 90. 90 ли здесь бочонков? Надежда, Наталья. 90, да. Все правильно. Ну что ж, мы можем начинать розыгрыш. Поэтому под бурные аплодисменты телезрителей, зрителей в студии, мы делаем самый приятный, ответственный момент. Мы загружаем наши бочонки в этот мешок, они опускаются туда шумно, с радостью. И самое главное, что опускаются не случайно, для того, чтобы подарить каждому сегодня баснословное состояние. Ну, естественно, это касается тех людей, которые приобрели лотерейные билеты в ваше лото. Итак, бочонки есть, мешок загружен, есть великолепные лидеры желтого и зеленого сектора. Но прямо сейчас я бы хотел сделать маленькое отступление, я бы сказал, торжественно начать сегодняшний эфир. Прямо сейчас мы выслушаем и увидим человека, который долгое время создавал стиль лотереи «Ваше лото». Не побоюсь этого слова, заставлял вас улыбаться и быть счастливыми. Первый ведущий «Ваше лото», а ныне генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Сергей Кухто. Уважаемые игроки лотереи «Ваше лото», с превеликим удовольствием вспоминаю наши с вами еженедельные встречи на протяжении нескольких лет. И поверьте, всегда с теплотой и даже маленькой где-то грустью говорю себе, что это было в моей жизни. Я искренне поздравляю всех вас с праздником, с днем рождения. Это праздник всех огромной многомиллионной армии, играющих в лотерею «Ваше лото». И искренне желаю, чтобы удача пришла и в ваш дом, в ваши окна. Настроение, улыбок и безумной радости от побед, даже от маленьких. Надеюсь, что в ваших жизненных историях скоро появится история, как я выиграл много денег в лотерею «Ваше лото». Еще несколько слов об организаторах. Говорю им огромное спасибо. Умные, профессиональные люди. По вам я тоже тоскую. Люблю, обнимаю и желаю удачи. Ну что ж, после столь замечательного напутственного слова, я уверен, игра сложится очень неплохо именно для вас, если вы, конечно, успели приобрести билеты в «Ваше лото». Я объявляю о начале первого тура. Первый тур. Выигрывает билет, на котором раньше других будет заполнена любая горизонтальная строка. Этот билет продолжает играть. Согласно правилам первого тура, если победителей окажется несколько, призовая сумма делится равными долями между ними. И сегодня в первом туре разыгрывается 10 миллионов рублей. Очень хорошая сумма, особенно учитывая то, что лето у нас не закончилось. Начнем с 10 миллионов. Ну и право первого хода у нас Денису Дудинскому сегодня принадлежит. Заслужил? Доставай. Итак, дамы и господа, первый бочонок. Бочонок с номером 22. Номер 22. Следующий бочонок.
Бочонок с номером 4. Номер 4. Взрывается аплодисментами «Зеленый сектор». Потому что прямо сейчас самые большие номера бочонков достает Александр Тиханович. И это бочонок с номером 24. Номер 24. Это потому что вы плохо аплодировали. Давайте еще раз попробуем. Номер 81. Номер 81. Пока что не сложилась у нас предвыигрышная ситуация. Денис с удовольствием достает нам бочонок с номером 7. Счастливое число. Номер 7. И следующий бочонок. 28. Номер 28. Очень хочется быстро узнать номера тех билетов и имена тех победителей, которые станут сегодня миллионерами. Номер 15. Номер 15. И, внимание, предвыигрышная ситуация. Первого тура лидирует 14 билетов. 14 билетов. Мы переходим к вам, Денис, пожалуйста. Номер 29. Номер 29. Лидирует 21 билет. Возникла предвыигрышная ситуация. Тура «Джипот» здесь лидирует 4 билета. Номер 2. Номер 2. Лидирует 42 билета в предвыигрышной ситуации первого тура. И «Джипот» уже сегодня не состоялся. Он перешел в следующий тираж. Внимание, номер 40. Номер 40. Лидирует 129 билетов. Следующий номер – это номер 89. Номер 89. Лидирует 246 билетов. Так, Денис, ну вам нужно достать что-то очень большое. Например, номер 78. Номер 78. Стоп-игра! И стоп-игра, браво! Результаты розыгрыша первого тура. Здесь сразу выиграло 4 билета. Номер первого выигрышного билета 20.80.60.1. Билет был продан в Гомеле. Номер второго выигрышного билета 0.45.607.2. Билет был продан реализатором города Бреста или Брестской области. Номер третьего выигрышного билета 0.51.712.1. Билет был реализован в городе Витебске или Витебской области. И номер четвертого выигрышного билета 0.53.097.2. Билет был реализован в городе Витебске или Витебской области. Ну а выигрыш на каждый билет составил по 2 миллиона 500 тысяч рублей. Поздравляем! Мы поздравляем победителей, но то ли еще будет. Впереди нас ждет второй тур. Ваше лото. Второй тур. Выигрывает билет, на котором раньше других будет заполнена верхняя или нижняя карточка игрового поля. Этот билет продолжает играть. Еще раз напомню, что джипот сегодня уже не состоялся, он перешел с возрастанием в следующий тираж. Ну а согласно правилам второго тура, если победителей окажется несколько, призовая сумма делится равными долями между ними. И сегодня во втором туре разыгрывается 15 миллионов рублей. Ну что ж, великолепно, 15 миллионов рублей. Александр, давайте же узнаем, кому они достанутся. Номер 23. Номер 23. Следующий бочонок. Номер 34. Номер 34. Ход переходит Денису Дудинскому. Эх, повезло сегодня секторам с лидерами. Такие люди не могут плохо играть. Номер 41. Номер 41. Ну и следующий бочонок будет тому свидетельством, я уверен. Это номер 67. Номер 67. Была бы их воля, они все бочонки сделали с номером 90, конечно, стараясь для своих секторов. Но 57. Номер 57. Следующий бочонок. Следующий бочонок 86. Номер 86. Да, везет сегодня Александру Тихановичу, но мы услышим аплодисменты «Желтого сектора», и Денис Дудинский под эти аплодисменты достает номер 75. Номер 75. Но аплодисменты не смолкают. Номер 17. Номер 17. Я буду мешать, пока не услышу, как аплодирует «Зеленый сектор». Итак, Александр, вперед! У вас есть болельщики номер 8. Номер 8. Ну, не все бочонки у нас с номером 90, но этот с номером 90. Номер 90. Итак, очень напряженная командная игра сегодня. 31. Номер 31. Внимание, номер 35. Номер 35. Где-то рядышком. Очень неплохо. Александр, продолжайте поражать нас сегодня. И, внимание, номер 26. Номер 26. Следующий бочонок. Александр ставит бочонок с номером 69. Номер 69. Очень неплохой результат. Кстати, о результатах мы узнаем чуточку позже. А прямо сейчас номер 10. Номер 10. Денис, пожалуйста, следующий бочонок.
Это бочонок с номером 51. Номер 51. Александр? Как по-вашему? О, 79. Номер 79. Так, ну давайте. Снова волшебное слово, словно вот... Вот оно, пожалуйста. Номер 62. Номер 62. Что ж такое, спрашивает Денис Дудинский. Сейчас мы узнаем, что... Номер 60. Номер 60. Очень даже неплохо. Поехали дальше. Внимание, номер 46. Номер 46. Спешим дарить людям миллионы. Ну, сегодня это даже не миллионы, а миллиарды, правильно. Номер 72. Номер 72. И, внимание, номер 21. Номер 21. Не стесняйтесь. Внимание, номер 88. Номер 88. Рано радоваться. Номер 32. Номер 32. Хотя нет, по-моему, да, в самую пору. Итак, аплодисменты зеленого сектора. Александр Тихонович достает следующий бочонок. И, внимание, предвыигрышная ситуация второго тура. Лидирует один билет. И номер 3. Номер 3. Лидирует по-прежнему один билет в предвыигрышной ситуации второго тура. Внимание, номер 6. Номер 6. Лидирует два билета. Внимание, номер 13. Номер 13. Лидирует по-прежнему два билета. В розыгрыше, напомню, 15 миллионов. Ответьте мне, пожалуйста, сколько клипов у группы Да Винчи? Вот, ну, ответьте мне не в микрофон, а достав бочонок. Очень интересно. 53 клипа. Номер 53. Лидирует три билета. Так, очень неплохо. Ну, собственно, следующий номер от Александра Тихановича. Это счастливый номер. Александр, позвольте. Номер 70. Номер 70. Лидирует 10 билетов. 10 счастливчиков сейчас борются. Борются за то, чтобы услышать номер 38. Номер 38. А я вот... Стоп-игра! А вот и она. Результат розыгрыша второго тура. Выиграл один билет. Номер выигрышного билета 011-729.1. Билет был реализован в городе Минске, Ленинской области. Ваш выигрыш составил 15 миллионов рублей. Поздравляем! Очень неплохая сумма для шопинга. Кстати говоря, по поводу шопинга, билет в ваше лото — это как раз хороший шопинг для вас. Дело в том, что вам не нужно копить на машину или квартиру. Вы покупаете билет, выигрываете колоссальную сумму и отправляетесь покупать все, что вашей душе угодно. Ну вот она, командная игра. Аплодисменты зрителей в студии. Давайте же узнаем промежуточные результаты. Ольга Дещеня. А у нас готовы первые промежуточные результаты командной игры. Итак, внимание на экран. На счету у команды желтого сектора, сектора Дениса Дудинского, 858 баллов. И на счету у команды зеленого сектора, сектора Александра Тихановича, 924 балла. Лидирует команда зеленого сектора. Маленький разрыв, говорит Денис Дудинский, но я предлагаю маленькое утешение для Дениса Дудинского, но получите вы это, Денис, вместе со своим сектором, подарить кому-то из самых ярых болельщиков сегодня, только если правильно ответите мне на один маленький вопрос. Сколько автомобилей было разыграно за 12 лет эфира «Ваше лото»? Ух, ну... 340. 340! Ну, знал, наверное, знал, друзья. 347 автомобилей считал. 347. Ну так, кто больше болеет, тот получает подарки от вашего лото, ну и большие деньги, безусловно. У меня предложение. Давайте разыграем 348 автомобиль в эфире «Ваше лото». Я объявляю о начале третьего тура. Третий и последующие туры. Выигрывают билеты, на которых раньше других будут заполнены обе карточки игрового поля. Согласно правилам третьего тура, если победителей окажется несколько, стоимость приза делится равными долями между ними. И сегодня в третьем туре разыгрывается британский автомобиль MG6 стоимостью более 200 миллионов рублей. Ну что ж, я абсолютно уверен, что британский автомобиль MG6 принесет в вашу жизнь комфорт и скорость, а главное — мобильность. Друзья мои, куда бы ни направлялись, автомобиль MG6 доставит вас с комфортом и, главное, вовремя. Мы продолжаем дарить радость, ну и автомобили, естественно, свой праздничный эфир. Нам 12 лет все-таки. Аплодисменты, телезрители, я хочу вас услышать. Спасибо. Так, Александр достает следующий бочонок. И, внимание, бочонок с номером 9. Номер 9. Следующий бочонок.
Внимание, внимание, номер 56. Номер 56. И чем же ответит нам Денис Дудинский? Внимание, номер 25 для разогрева. Номер 25. И поразите нас, о великий Денис, номер 82. Номер 82. Великолепно. У него своя тактика. Ну что ж, Александр, стоит ответить. Номер 74. Номер 74. Следующий. Следующий удар, я бы сказал, номер 18. Номер 18. Так, Денис, есть чем ответить. Давайте посмотрим. Сегодняшняя борьба в самом разгаре. 85. Номер 85. И следующий удар – это номер 55. Номер 55. У нас сегодня розыгрыш происходит по правилам настоящего муай-тай. Давайте проверим, что у нас следующее. Итак, номер 14. Номер 14. Заинтриговали вы нас, Александр. И, пожалуйста, следующий бочонок номер 20. Номер 20. Ну, открою вам маленькую тайну. Бочонков не может быть много с большими значениями, потому что, ну, по правилам нашей игры, Денис достает номер 59. Номер 59. Следующий бочонок. Номер 19. Номер 19. Все, говорит Александр Тиханович Денису Дудинскому. И достает бочонок с номером 36. Номер 36. Очень активно и, внимание, это был 55-й ход до розыгрыша джекпота. Остался один ход, делаем его. И вот он, номер 58. Номер 58. Информация о джекпоте, он сегодня не состоялся и переходит в следующий тираж. Мы продолжаем розыгрыш третьего тура. Очень хорошая поддержка у Дениса Дудинского. Сегодня номер 66. Номер 66. Хотелось бы услышать фразу «стоп, игра», но чуточку позже. Номер 42. Номер 42. И, внимание, ход снова переходит в зеленый угол нашего ринга, и Александр Тиханович достает номер 71. Номер 71. Внимание, номер 47. Номер 47. Хотел поставить Денису, но нет. Следующий номер, номер 43. Номер 43. И, внимание, предвыигрышная ситуация третьего тура. Лидирует один билет. Внимание, номер 87. Номер 87. Лидирует все тот же один билет. Александр, доставайте следующий бочонок. И это бочонок с номером 44. Номер 44. Лидирует все тот же один билет. Внимание, номер 77. Номер 77. Лидирует 6 билетов. 6 миллионеров. 6 миллионеров. Владельцев, потенциальных владельцев MG6. Номер 11. Номер 11. И уже 11 билетов претендует на автомобиль MG6. Так, следующий ход. И Денис достает номер 63. Номер 63. Стоп-игра! И стоп-игра. Третий раз. Результаты розыгрыша третьего тура. Выиграл один билет. Номер выигрышного билета 06-11-49.2. Билет был реализован в городе Минске или Минской области. Ваш выигрыш составил британский автомобиль MG6 стоимостью более 200 миллионов рублей. Поздравляем! Ну что ж, мы поздравляем с автомобилем MG6. Вы забудете дорогу на СТО и будете помнить только счастливую дорогу, светлое будущее, богатое будущее, ну, также вместе с вашим лото, естественно. И, друзья мои, мне очень интересно, к чему привела фактически эта невероятная битва Дениса Дудинского и Александра Тихановича. Ольга Дещеня, промежуточные результаты командной игры. Давайте же узнаем, удалось ли команде Дениса Дудинского опередить команду Александра Тихановича. Итак, внимание на экран. На счету у команды Александра Тихановича 1382 балла. И лидирует команда Дениса Дудинского 1561 балл. Итак, Денис, я смотрю, что, собственно, вот это вот невероятное желание победы, оно помогает вам доставать бочонки с более высокими порядком номерами, чем у Александра. И прямо сейчас, по правилам нашей игры, мы должны сменить лидера зеленого сектора. Я предлагаю вам, Денис, занять место Александра в зеленом секторе, а вам, Александр, соответственно, поменяться с Денисом и стать лидером желтого сектора. У нас сегодня день рождения, друзья мои, поэтому мы можем позволить себе такую маленькую приятную вольность. Ну что ж, дамы и господа, прежде чем мы продолжим, я объявлю четвертые последующие туры. Мне бы хотелось напомнить, что по правилам они проходят по правилам, опять же, третьего тура, но заявленный в каждом туре выигрыш достается и выпадает на каждый выигравший билет. Давайте же начнем. Давайте, друзья мои, под бурные аплодисменты зрителей в студии. Денис, посмотрим, удастся ли вам наверстать упущенное Александром в зеленом секторе. Номер 5 начинается. Номер хорошо. Номер 5.
Следующий. Стоп-игра выиграла 2 билета, каждый по 2 500 000 рублей. Номер 27. Номер 27. Продолжаем. Александр, пожалуйста. Внимание, номер 50. Номер 50. Следующий, Александр. Следующий бочонок, это 48. Номер 48. Стоп-игра. Выиграла 5 билетов, каждый по 2 400 000 рублей. Номер 61. Номер 61. Стоп-игра. Выиграла 11 билетов, каждый по 325 000 рублей. 73. Номер 73. Стоп-игра. Выиграла 14 билетов, каждый по 220 000 рублей. Внимание, номер 49. Номер 49. Стоп-игра. Выиграл 21 билет, каждый по 145 000 рублей. Внимание, номер 12. Номер 12. Стоп-игра. Выиграла 22 билета, каждый по 115 000 рублей. Следующий бочонок, номер 39. Номер 39. Стоп-игра. Выиграла 62 билета, каждый по 65 000 рублей. 68. Номер 68. Стоп-игра. Выиграл 61 билет, каждый по 48 500 рублей. Александр Тиханович достает бочонок с номером 30. Номер 30. Стоп-игра. Выиграла 143 билета, каждый по 20 500 рублей. 83. Номер 83. Стоп-игра. 59 билетов, каждый по 20 000 рублей. И, внимание, номер 45. Номер 45. Стоп-игра. Выиграла 375 билетов, каждый по 19 500 рублей. Номер 65. Номер 65. Стоп-игра. Выиграл 581 билет, каждый по 15 500 рублей. Номер 64. Номер 64. Стоп-игра. Выиграл 841 билет, каждый по 13 500 рублей. Внимание, номер 1. Номер 1. Стоп-игра. Выиграла 1315 билетов, каждый по 13 000 рублей. Итак, следующий номер, это номер 37. Номер 37. Стоп-игра. Выиграла 2146 билетов, каждый по 11 500 рублей. Номер 76. Номер 76. Стоп-игра. Выиграла 2988 билетов, каждый по 11 000 рублей. И, дамы, внимание, господа, мы делаем последний ход. Точно, прежде чем мы сделаем 85-й ход, я бы хотел напомнить вам, друзья, что если сегодня ваш билет по какой-то причине не выиграет, не расстраивайтесь, ведь уже стартовал специальный розыгрыш, который называется «Лото плюс». Подробности этого розыгрыша вы можете узнать на сайте billoto.by у реализаторов лотерейных билетов «Ваше лото», ну и по короткому номеру 140. Александр, честь сделать последний 85-й ход. Итак, внимание, это номер 16. Номер 16. Стоп-игра. И на последнем 85-м ходу выиграла 4680 лотерейных билетов. Выигрыш на каждый составил лотерейный билет «Ваше лото» стоимостью 10 000 рублей. Поздравляем. Итак, мы поздравляем победителей. Ну и узнаем прямо сейчас, помогла ли нам рокировка наших звезд победить команде «Зеленого сектора» или нет. Итак, результаты командной игры. А у нас завершилась командная игра и определилась команда-победитель. Давайте же узнаем, кто одержал победу. Итак, внимание на экран. На счету у команды «Зеленого сектора» 1878 баллов. И наши поздравления команде Дениса Дудинского. 1914 баллов. Ну, никто не сомневался. Опыт и удача Александра Тихановича принесли победу «Желтому сектору». Кто-то из вас, дамы и господа, отправится на поиски 5 миллионов и уйдет с ними в кармане. Это очень приятно. Ну и это состоится буквально чуточку позже. Сегодня у нас день рождения. И какой-то на день рождения приходит в гости и приносит подарки. Я знаю, что Денис Дудинский у нас пришел сегодня не с пустыми руками, а вот с этим замечательным тортиком. Денис, ну, я вот хочу... Я не понял этого саркастического, ироничного «ха» от Александра Тихановича. Я поясню. Телезрители, давайте поаплодируем Денису. Конечно, спасибо. Чем плохо? Но, уважаемые телезрители, уважаемый Денис, аудитория «Ваше лото» сейчас громадна. Это десятки миллионов людей. Я боюсь, что этого тортика, уж прости, не хватит даже на телезрителей, которые присутствуют в этой студии. Тортик, кстати, весьма отменный, я вам хочу сказать. Денис, но я тебя знаю, ты можешь удивлять людей. Ты можешь поражать. Более того, ты актер. Сделай какой-нибудь подвиг. Я даже не успел договорить, браво! Подвиг достойный Чарли Чаплина. Мало кто, кроме телезрителей и зрителей «Ваше лото», а также игроков, видел Дениса Дудинского вот в таком замечательном амплуа. Очень вкусно. Дамы и господа, ну что ж, «Ваше лото» 12 лет. Аплодисменты зрителей студии. Очень скоро мы продолжим. А я, пожалуй, пойду перекушу. Впереди «Миг удачи». «Миг удачи».
выигрывает билет, у которого все три числа в поле «Миг удачи» совпадут с номерами бочонков, оставшихся после основной игры. Призовой фонд «Мига удачи» сегодня составляет 1 628 090 рублей. Ну что ж, неплохой призовой фонд. У нас бочонки, несколько бочонков осталось в мешке. Это, внимание, номер 84. Номер 84. Следующий бочонок. Номер 80. Номер 80. Следующий бочонок – это номер 33. Номер 33. Следующий бочонок – это номер 54. Номер 54. И где-то завалялся еще один счастливый бочонок – номер 52. И номер 52. Если ни одного из этих бочонков нет в вашем лотерейном билете, он выиграл! Я вас поздравляю, убедиться в этом вы можете на сайте billoto.by, а также у реализаторов лотерейных билетов «Паша Лото». Ну а мой мешок пуст, я спешу вам продемонстрировать это. И значит, основной розыгрыш завершен! Самое время подвести итоги розыгрыша «Мига удачи». Сегодня здесь выиграло 7 билетов. Выигрыш на каждый составил по 232 500 рублей. Поздравляем! Ну что ж, дамы и господа, мы поздравляем победителей! И я бы хотел познакомить вас еще с очень интересными людьми. Это победители вашего лото, которые стали миллионерами, купив один лотерейный билетик вашего лото. Давайте с ними познакомимся. Внимание на экран! 13 июля в 595-м тираже победителями лотереи «Ваше лото» стали более 20 тысяч человек. Призовой фонд тиража составил более 512 миллионов рублей. И сегодня мы узнаем новые счастливые истории наших победителей. Итак, им слово. Выиграли розыгрыш бриллианта студии. 2500. Передаю привет родным, близким, жене особенно. И желаю удачи игрокам. Покупайте билет. Играем давно. До этого выигрывали мелкие суммы. В этот раз мама приобрела билетик, подарила мне. Вот и выиграли 3 миллиона. Желаю всем удачи. Играйте, выигрывайте. Родственнику моему в городе Жлобине подарили, провожали на пенсию и подарили лотерейный билет у несколько. Наша спадщина. Вот один из них выиграл. Виктор Петрович, завтра деньги будут у тебя. 10 миллионов. Привет, город Жлобин. Чтобы все играли в ваше лото и выигрывали, и играйте, вам обязательно повезет. Решила попробовать удачу в лотерее «Ваше лото» и отправила смс-ку на номер 7979. Выиграла сумму на 22 миллиона. Желаю всем игрокам «Ваше лото» удачи и выигрышей. Таких, как у меня. Щурский Александр из города Клецка выиграл в лотерею «Ваше лото» более 22 миллионов рублей. Я вас поздравляю, Александр, и, пожалуйста, ваш сертификат. Спасибо. «Ваше лото» играли совсем недавно. Хотел выиграть автомобиль, выиграл 22 миллиона. Спасибо вам. Александр, я вас еще раз поздравляю с такой победой. Желаю вам не останавливаться на достигнутом. Спасибо. А мы, дорогие друзья, спешим напомнить. Весь июль лотерея «Ваше лото» празднует свой день рождения. Будут разыграны призы на сумму более 2 миллиардов рублей. Приобретите лотерейный билетик «Ваше лото». Верю, вам обязательно повезет. Свое жилье – мечта. Многие думают, несбыточная. Я тоже так думала. Пока не получила. Ко дню рождения «Ваше лото». В суперденежном 597-м тираже большие деньги на квартиру мечты. Алло, мам, нужна новая мечта. Не, ну там про квартиру уже исполнилось. Мечтай о многом, выигрывай больше. Ваше лото. Если вы купили лотерейный билет и совершенно случайно нашли там надпись «Розыгрыш бриллиантов в студии», это значит, что вы в нашей студии и будете участвовать за розыгрыш. Но сегодня не бриллиантов, а хорошенькой суммы. Ольга? Сегодня в честь 12-летия лотереи «Ваше лото» мы разыграем 5 миллионов рублей. А играть мы будем с командой «Желтого сектора». Команде «Желтого сектора» благодаря Александру Тихановичу сегодня повезло. Ну и давайте узнаем, кому же повезет еще больше. Порядковые номера в виде бочонков, которые отправляются в наш мешок. И Ольга своей Жалко. Счастливой рукой, но с моим небольшим вмешательством, достает порядковый номер. И это игрок под номером 1. Великолепно! Лидер, настоящий лидер номер 1. Выходите, пожалуйста, сюда. Выходите ко мне. Становитесь сюда, пожалуйста. Итак, как вас зовут? Александр. Александр, вы приехали из? Минска. Из Минска, ну понятно, то есть не устали, готовы просто-напросто с первого раза найти и угадать стол, в котором спрятаны 5 миллионов. Кстати, куда вы потратите 5 миллионов? Да не важно, куда потратите, лишь бы они у вас были, правильно? Ну что ж, давайте попробуем побороться за этот замечательный приз.
мы отправляем... Подождите, нам нужен ножик чуть позже. Давайте мы отправляем в мешочки... бочонки, простите, в мешок, и вы прямо сейчас на глазах у миллионов телезрителей под аплодисменты зрителей студии особенно желтого сектора достанете бочонок, в котором будет написан номер 11. Ну, великолепно, стул с номером 11. Не знаю, так это или нет, стойте здесь, Александр. Сейчас мы проверим. Итак, стул с номером 11. 5 миллионов, которые могут стать вашими. Ну и моя любимая работа, очень уж мне нравится, простите, открывать эти стулья. Стул с номером 11 приносит вам... Вот еще не знаю, что нам приносит. Серебряный слиток, друзья мои. Серебряный слиток ваш. Это не 5 миллионов, но поверьте, это очень хорошо, потому что серебро – это такая вещь, которую, кстати, можно подарить любимой девушке. Ну и помимо этого, мы решили проверить, куда же тиражная комиссия. У нас сегодня она очень интересная, потому что тиражная комиссия из абсолютно счастливых людей запрятала таки наши 5 миллионов. Внимание, это стул с номером 6. По традиции мы должны проверить и вскрыть стул с номером 6, для того, чтобы вы, уважаемые телезрители, убедились. Вот так все небрежно, ну, в принципе, это тому... Да, 5 миллионов рублей, 5 миллионов рублей. Это тому действительно соответствует, друзья мои. Ну что ж, все честно, все по правилам. Серебряный слиток и 5 миллионов рублей. Я же вас поздравляю. Вам помимо серебряного слитка достаются еще 3 двойки ваше лото. Они вам пригодятся, потому что буквально в следующую субботу мы разыграем деньги на вашу новую квартиру. И, кстати говоря, двойки ваше лото помогают принимать участие в очень денежном туре, который называется «Счастливый номер». В туре «Счастливый номер» участвуют только комплекты из 2 билетов с одинаковыми номерами и разными разрядами. Выигрывают в туре «Счастливый номер» комплекты Наталья. Билетов, у которых цифры номера билета полностью или частично совпадут с цифрами на извлекаемых бочонках в последовательности их извлечения справа налево. И еще одна возможность выиграть по билетам ваше лото – это счастливый номер. При совпадении всех 5 чисел номера двойки вы становитесь мультимиллионером. Если же совпадение не случается, в таком случае призовой фонд распределяется между билетами, в которых совпали 4, либо, как следствие, 3 цифры номера двойки. Ну и сегодняшний счастливый номер мне позволит и поможет разыграть действительно счастливый человек. Наталья Мурашко, маркетолог ООО «Автостиль». Наталья, все очень просто. Прямо сейчас вы берете мешок, берите его. Прикасаясь своими счастливыми руками к мешку, мы засыпаем туда бочонки. Это бочонки счастливые, счастливые, в которые мы определим счастливый номер. И своей счастливой, опять же, рукой счастливая Наталья достает первую счастливую число счастливого же номера. Итак, внимание, Наталья, это номер 5. Номер 5. По правилам розыгрыша бочонок возвращается в мешок. Мы снова же перемешиваем, и вы достаете еще один бочонок. Это бочонок с номером 1. Номер 1. Так, теперь достаньте ваше любимое число, пожалуйста. Я не знаю даже, какое, но сейчас узнаю. Итак, это номер 9. Ну, великолепно. Номер 9. Я не буду спрашивать, почему ваше любимое число номер 9, хотя спрошу, почему. Это тайна. Это тайна. Ну, и правильно, тайну не нужно раскрывать, а то делиться придется. Итак, номер 9 еще раз. Номер 9. Хорошо, и последний бочонок, если не ошибаюсь, мы достаем прямо сейчас. Пятый бочонок счастливого номера. Пятый номер счастливого номера. Итак, номер 0. И номер 0 в завершении тура «Счастливый номер». Ну а далее подводим итоги, здесь такие результаты. Итак, 48 билетов за совпадение 3 цифр. Каждый выигрышный билет сегодня получает по 98 400 рублей. Далее 5 билетов за совпадение 4 цифр. Каждый выигрышный билет сегодня получает по 472 500 рублей. И, внимание, 1 билет за совпадение всех 5 цифр сегодня получает 4 725 800 рублей. Хорошие новости для всех участников командной игры. Каждый из вас домой с собой сегодня увозит по 1 666 600 рублей. Поздравляем! Ну, я был прав абсолютно, потому что в наш день рождения мы дарим подарки и дарим деньги. Осталось только узнать у тиражной комиссии, все ли было честно и по правилам в розыгрыше ваше лото. Надежда. Конечно, все было честно. Все было честно. У Дианы не буду спрашивать, она уверена в том, что было честно. Ну и Наталья.
конечно, все честно. Все было честно, иначе и быть не может. Давайте узнаем результаты розыгрыша. Итак, призовой фонд сегодняшнего 596-го праздничного тиража лотереи «Ваше лото» в сумме 542 миллиона 699 тысяч 500 рублей разыгран полностью. Общее количество выигрышей сегодня составило 17 555 лотерейных билетов. Результаты тиража ищите на сайте www.belloto.by, либо спрашивайте по короткому номеру 140 или у реализаторов лотереи «Ваше лото». Эти аплодисменты в честь победителей сегодняшнего розыгрыша. Поздравляем! Если вы хотите присутствовать во время розыгрыша, дамы и господа, сделать это очень просто. Все, что вам нужно сделать для того, чтобы прийти к нам в гости, а мы вас приглашаем, это позвонить по номеру телефона 8017-295-2770 или по короткому номеру 140. Один звонок, и вы у нас в гостях. Но это еще не все. Когда вы попадаете к нам, фотоотчет о розыгрыше с вашими веселыми и радостными лицами, полными счастья и денег в ваших руках, вы можете увидеть в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, безусловно, Одноклассники. Ну что ж, на этом вроде бы все, но впереди нас ждет народная лотерея «Пятерочка». Лотерея «Пятерочка». Я рад приветствовать всех телезрителей, игроков лотереи «Пятерочка», 245-й тираж. И представляю нашу тиражную комиссию. Надежда Кузьмич, победительница, мультимиллионер лотереи «Ваше лото». 400 миллионов рублей, браво! Ну, а также Наталья Мурашко, маркетолог ООО «Автостиль». Прямо сейчас вот мне бы хотелось очень сильно узнать, что же у нас за сюрпризы сегодня в 245-м тираже. Ольга Венская, намекните. Итак, сегодня 20 июля 2013 года в прямом эфире телеканала «Беларусь-2» состоится розыгрыш 245-го тиража лотереи «Пятерочка». В игре принимают участие 18 025 лотерейных билетов. Объем реализации лотерейных билетов сегодня составил 126 миллионов 175 тысяч рублей. Призовой фонд тиража составляет 60 564 тысячи рублей. 5 079 лотерейных билетов выиграли денежные призы мгновенной части тиража на общую сумму 20 545 тысяч рублей. Размер отчислений на формирование переходящих из тиража в тираж призовых фондов сегодня составил 2 969 тысяч рублей. В туре «Джекпот» разыгрывается сегодня 11 057 920 рублей. Ну а в туре «Мегапот» сегодня разыгрывается 17 009 400 рублей. Выигрывает билет, которым в любой строке игрового поля в любой последовательности совпали 3, 4 или 5 чисел с номерами выпавших шаров. Джекпот выигрывает билет, в котором в первой строке игрового поля совпали в любой последовательности 5 чисел с номерами выпавших шаров. Мегапот выигрывает билет, в котором в любой строке игрового поля совпали 5 чисел с номерами выпавших шаров в последовательности их выпадения. Итак, дамы и господа, внимание, в лототроне 35 шаров с номерами от 1 до 35. Тиражная комиссия в этом убедилась. Но давайте начнем розыгрыш. Однако попрошу телезрителей и зрителей в студии мне помочь. Давайте произнесем магическое сочетание чисел, которое привлечет удачу к вашим лотерейным билетам. И 1, 2, 3, 4, пятерочка, шары в лототроне, и мы начали розыгрыш. Под ваши бурные аплодисменты мы видим, что номер первого шара — это номер 2. Номер 2. Не знаю, что бы это значило, но для кого-то это счастливое число. Поверьте, сегодня кому-то повезет с таким замечательным началом. Номер 11. Номер 11. Продолжение. Следующий номер, который выпадает и радует вас, это номер 5. Пятерочка. Номер 5 приносит первый выигрыш нашим участникам. 199 билетов имеет совпадение всех трех выпавших чисел. Мы ждем четвертый шар, ждем его с нетерпением. Номер 10. Номер 10. Наши участники продолжают выигрывать 11 билетов имеет совпадение всех четырех выпавших чисел и 757 билетов имеет совпадение трех выпавших чисел. Номер 32. И номер 32 в завершении.
Позвольте напомнить номера всех выпавших шаров. Номер 2, 11, 5, 10 и 32. Ну а я подведу итоги основного розыгрыша. Итак, здесь такие результаты. Мегапот и джекпот разыграны не были. Они с возрастанием переходят в следующий тираж. Далее, совпадение всех 5 чисел не случилось ни в одном билете. Зато сразу 1695 билетов за совпадение 3 чисел. Каждый выигрышный билет сегодня получает по 13 900 рублей. И 59 билетов за совпадение 4 чисел. Каждый выигрышный билет сегодня получает, внимание, по 164 100 рублей. Поздравляем! Но это еще не все, друзья мои, потому что впереди нас ждет увлекательная игра для тех умных людей, которые покупают лотерейные билеты «Пятерочка» четверками. Номер четверки. В туре «Номер четверки» выигрывает четверка билетов, у которых цифры номера билета слева направо полностью либо частично совпадут с номерами выпавших шаров в последовательности их выпадения. И у нас в лототроне 10 шаров с номерами от 0 до 9. Тиражная комиссия успела в этом убедиться. Мы готовы начать розыгрыш. И опять давайте посчитаемся вместе, уважаемые зрители. И 1, 2, 3, 4, пятерочка. И сразу выпадает номер 9. Невероятно. 9. Кому-то сегодня очень повезет. Первый номер, номер четверки, номер 9. И по правилам нашей игры, по правилам розыгрыша, он возвращается в лототрон и принимает участие в дальнейшем розыгрыше. Следующий шар, шар с номером 3. Номер 3. Слева направо мы определяем номер четверки. И заметьте, шар по правилам снова же оказывается в лототроне. Следующий шар, шар с номером 9. Снова номер 9. Кто-то сидит и потирает сейчас руки от удовольствия, потому что знает, что это его деньги. Уже. Итак, номер 4. Номер 4. Номер 4 в номере четверки. В лотерее пятерочка. Магия чисел. Итак, последний шар у нас на очереди. Какой же будет, какой же номер выпадет? Это номер 2. И номер 2 в завершении тура номер четверки. Я повторю еще раз все выпавшие цифры. 9, 3, 9, 4 и цифра 2. Ну а далее мы подводим итоги. Здесь такие результаты. Совпадение всех 5 и 4 цифр не случилось ни в одном билете. Зато 38 билетов за совпадение двух последних цифр порядка выпадения. Каждый выигрышный билет сегодня получает по 40 тысяч рублей. Далее 4 билета за совпадение 3 последних цифр порядка выпадения сегодня получает на каждый выигрышный билет по 571 100 рублей. Поздравляем! Ну, мы поздравляем. Осталось только у тиражной комиссии спросить, все ли было честно в розыгрыше лотереи «Пятерочка». Надежда, все было правильно? Все было правильно. Наталья? Да, все честно. Иначе и быть не могло, ведь это «Пятерочка». Давайте узнаем результаты розыгрыша. Итак, призовой фонд сегодняшнего 245-го тиража лотереи «Пятерочка» в сумме 60 564 000 рублей разыгран полностью. Общее количество выигрышей сегодня составило 6 875 лотерейных билетов. Результаты тиража ищите на сайте www.belloto.by, либо спрашивайте по короткому номеру 140 или у реализаторов лотереи «Пятерочка» и лотереи «Ваше лото». Ну а эти аплодисменты в честь победителей сегодняшнего вечера. Поздравляем! Ну и если победителем вы сегодня не стали, не расстраивайтесь, потому что стартовал специальный розыгрыш лотереи «Пятерочка. Охота на деньги». А это возможность выиграть для вас по невыигравшим, подчеркиваю, билетам 30 миллионов белорусских рублей. А подробности спецрозыгрыша «Охота на деньги» вы также можете узнать по короткому номеру 140 у реализаторов лотереи «Ваше лото и пятерочка» на нашем сайте belloto.by. Ну, вы знаете, напомню еще, купите обязательно лотерейные билеты на следующую субботу, потому что у вас будет возможность выиграть деньги на вашу новую квартиру. Здесь нужны аплодисменты. Ну и сегодняшний выигрышный вечер, в общем-то, завершается. Осталась одна маленькая формальность. Гости, которые приходят на день рождения, точнее, гостей, обычно угощают праздничным тортом. Торт в студию! Под бурные аплодисменты телезрителей. Великолепный, красивый праздничный торт. Ну что ж, дамы и господа, лотерея «Ваше лото» 12 лет! Когда счастливый вытянешь билет, ну, когда в толпе судьбу свою видишь, поймешь. Ну что ж, дамы, что ж мы стоим? Давайте угощать наших зрителей в этой студии праздничным тортом. Я как хозяин, если позволите, обязательно начну разряжать этот великолепный торт. И пускай с кусочком, каждым кусочком этого великолепного праздничного торта в ваш дом, уважаемые зрители студии, телезрители, придет настоящая удача, настоящее счастье. Пускай каждый из вас, кто отведает этот вкуснейший торт, праздничный торт от вашего лото, будет
действительно сейчас это так вам. Предположить еще не смог никто, какими совпадениями богаты колонки чисел вашего лото и вашей жизни памятные даты. У счастья очень легкая рука, с улыбкой летней хмурый день дождливый. Оно приходит в гости без звонка и выдает тебе билет счастливый. Через день, через год, через миг еще немножко повезет, повезет, повезет мне понарошку. Пусть хлопот полон рот, повезет, ты сам увидишь ваше болото билет, верный выигрыш. Свое жилье – мечта. Многие думают, несбыточная. Я тоже так думала. Пока не получила. Ко дню рождения ваше лото. В суперденежном 597-м тираже большие деньги на квартиру мечты. Алло, мам, нужна новая мечта. Не, ну то про квартиру уже исполнилось. Мечтая о многом, выигрывай больше. Ваше лото.